зрители! С вами сегодня вновь я, Гоголева Елена. Вот и прошел январь, и наступил следующий месяц, февраль. А за ним скоро весна! Мне хочется вам предложить сегодня программу, которую будем петь вместе с вами. И первая песня «Весеннее танго». Наша с вами песня под названием «Москвичка». Неровность, вычурная крыш, течет за горизонт. 17-й квартал, Париж. Чуть вздрагивает зонт, и женщина французская серьезно и мила спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская, она такая же москвичка, как была. У бывшей русской подданной квартире
дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Концерт закончен. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!